Страх вредит выздоровлению. Это врачи знают наверняка, особенно те, кто работает с детьми. Чтобы отвлечь детей перед сложными манипуляциями, врачи пытаются расположить ребенка к себе. В этом им помогают игрушки из коробки храбрости. В местном отделении партии «Единой России» сейчас собирают игрушки для добрых комнат Сергиево-Посадских медицинских учреждений. Любые изделия, книги, какие-то игрушки. И потом планируем это все развести в добрую комнату. Я думаю, жители все прекрасно знают, такие добрые комнаты у нас организованы в наших медицинских учреждениях. Добрая комната – это тоже проект партии «Единая Россия», региональный. В детском отделении районной больницы такая игровая комната появилась в 2019 году. Собранные игрушки частично попадут и сюда. Это даже не благотворительность, это просто проявление внимания человеческого со стороны взрослых людей. Я очень благодарен родителям моего 6-го В-класса, которые откликнулись, и детям, потому что я в два чата кинул одновременно, и одинаковая реакция была. Очень внимательно выбирали игрушки, очень много было вопросов, что можно, что нельзя, какие лучше. То есть была такая искренняя, очень трогательная заинтересованность. Если вы тоже хотите положить игрушку в коробку храбрости, для детей, которые проходят лечение, вас ждут в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу проспект Красной Армии, дом 190. Оксана Мирошникова, Сергей Власов, ТВР-24.